Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня, не знаю, почему-то захотелось чего-то такого старенького, во-вторых, кровавенького, в-третьих, захотелось варбенда. Это, к сожалению, не чистая версия, но та, что у меня, в принципе, валялась на компьютере. Я вот зашел по последнему своему сохранению и понял, насколько я все-таки был хорош когда-то в этой игре. И заходил я уже порядка 2 лет, но сохранение у меня осталось. И сохранение захваченных всех провинций. Захотелось что-то такое вспомнить, слегка повоевать. Что тут у нас есть? Пустынные бандиты. Так, а что у меня по отряду-то? Ого, задротский у меня персонаж все-таки. Конница. Наян. Наверное, один из последних. Так, давайте. Лицом заторгуем в нашем городе. Чё тут? Хорошо. Гарнизон, забирайте Наяна. И вот, да, вот дайте мне еще 30 таких вот. Ну, 50-ка. 50-ка войск вместе со мной нормально. Можно немножечко повоевать. Вот тут я смотрю бандитосы. Бандитосы. Wait for me. Куда вы такие? Это же тут как-то еще читяки были, насколько я помню. Ребята, ребята, пришла пора умирать. Сдавайся или умри. Атаковать. Ох, блин, как я давно уже не играл. О, господи. Мышка. Мышка слушается меня. Вроде да. Ну, блин, они все на тяжелой коннице. Мне бы тоже тяжелого коня. Ага. Все, вроде нормально. Вроде. Куда бы еще ни шло. Просто зарубу устраиваем прямую. Давай, давай, давай. Хорошо. Куда? Да, блядь, ну, ребят, это не то. Совсем не то. Давайте. А, блядь, а как там заносить так, чтобы... Да, вроде снес. А ему уже там не выжить в такой толпе. Да, тяжелая конница, это, конечно, круто. Есть еще желающие? Сколько я знаю, это полная победа. Или я не прав? Так, за кем-то там еще гоняются? Смотрите-ка. Победа? Да, похоже на то. Так, ваши потери. Нет, пустынные бандиты. Один сбежал. Господи. Так, ну, я не знаю, давайте возьмем, потом их продам на рынке. Как бы немножечко вспомнил, как играть. Хотя надо лошадь бы мне поменять. У меня она, конечно, очень быстрая, но это не то. Так, хороший доспех, тяжелая сабля. Метательное оружие, тяжелая кавалерийская пика. Хорошо, надо будет просто лошадь тяжелую поставить. Ну вот, следующая жертва, я думаю. Давайте, ребят, вы следующие. Не знаю почему, просто захотелось повоевать. Может бы начать бы новую игру, конечно. Но это надо ж привыкнуть опять к управлению. Сдавайтесь или умрите, суки. Так, 50 против 42. Давайте, ребятушки. Я готов. Почему вы на разных лошадях? О-о-о! Вроде задел. Ох, вы скоты. Хорошо, будет вам... Будет вам... Отплата. Будет вам отплата, суки вы такие. Давай. Ого, красавчик, просто снес.
перешел на... А, в коня. Так. Где у нас тут еще жертвы-то? Это, блин, легко. Надо бы напасть на какие-то поселения ихние. Может, на лагерь? Лошадь. Че, опять сбежал кто-то, да? Ну ладно. Лошадку мою зацепили, да и меня немножко. Но это я просто ломанулся. Так, мы потери нету. Убито 27. 5 сбежало. Блин, вы как это так упускаете? Ценный ресурс. Мать вашу. Будьте наказаны мне. Так, мне бы еще, конечно, войск. Хотя... Я догоню его? Сомневаюсь. Да, сомневаюсь, что я его догоню. Так, ну давайте что, давайте-ка в город посмотрим. Все-таки... Это что, это мой? А, ну да, у меня что-то... Все присягнули. Кто ко мне не присягнул, тот и умрет. Так, ребят, вы что-то хотите или как? Не, вроде нет. Вроде никто ничего не хочет. Так, на рыночную площадь лошадями. Вот есть хорошие тяжелые лошади. Это что-то такое на моё. Давайте-ка сначала мою лошадку в инвентарь кинем. Скорость 40, маневренность. Это лучше. Давайте возьмем эту. 3000. Ну, у меня нормально денег хватает. Боевый конь. По оружию, что у вас есть? Ё-моё, ну вы же... Я не помню уже, как ваше королевство даже называлось. Давно, давно, видать, я не играл. Так, сопротивление 24, размер 100. Так, ну нет, ничего такого вроде бы. Подходящего. А по броне? 58... Печатки 12. Так, ну лошадку, в принципе, укрепил, да и все, в принципе. Больше мне ничего тут не нужно. Разными товарами. Ну, у меня пожрать есть что у солдат. Поэтому вроде норм. Железо, инструментов. Ну, потом. Я не помню, есть у меня тут столица или нет. Что у меня там в замке-то? Оу, текстуры. Это наверняка из-за модов. Так, есть. Понятно, вы на меня работаете, да? Это хорошо. Ты мой министр. А ты кто? Ты просто какой-то лорд, да? Окей, а ты кто? Короче, вы все на меня работаете, так? Угу, хорошо. Все хотят получить владение. А не получит никто. Так, блять, что-то с текстурами пола не то, это меня раздражает. Сегодня я угощаю, давайте-ка немножечко поднимем нашу известность. Стражник, путешественник. А чё, нет того, кто рабов принимает? Окей. Давайте-ка в другой город съездим. Так. Джукубу, может быть? Нет. Дуркуба. О, я даже вспомнил, как читы работают. Ёпта. Ctrl и клик. Это подсознательно уже. Круто. Я помню, очень много времени проводил в Warband'е. Очень мне это все нравилось. Да и не было тогда даже похожих игр. А потом появился Skyrim. Я как-то про него забыл. Так, давайте-ка в таверну. Все-таки нужно ж продать. Вот ты, посредник. Мне есть вообще кого продать. Да, вот этих вот возьми. По 80 за голову. Так, все, в принципе. Ты кто? Ты наемный всадник. Так,
попить у вас тут нельзя. Ладно. На рыночную площадь в таком случае. У вас нихера нет. Вы бомжи. Спалаш. 32 рубящий, 38 рубящий. У меня получше сабелька. Надо в бой идти. Правда, не с кем. Окей, давайте еще доспехи посмотрим. Херня, 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 херня. Все херня. Нет ничего достойного. И ренки у вас тут нету, да? А как тут, я не помню, как этот... можно было королевство смотреть как-то. Фракции, во. Королевство Вегер. Терпит поражение. Норды тоже терпят поражение. Родаки уже давно. Свадья. Вот я только не помню, это сарнийский этот, блядь, султанат или киргизское ханство. Что то в проёбе. Ну да, я тут, конечно, возрадовался. Рост напряженности 0, недовольство 0. Конечно, кто, блядь, будет против меня возникать? Королевство Марса. Нормально, чё, давайте-ка куда? Посмотрим, не знаю, в Дериме, может, там какой-то, ёпта. Так. Может, тут аренка какая есть? Не, нету. Где же у нас аренки-то проводились? Что-то хочу туда, а не помню уже, где это. Может, где-то в Сарготе? Не знаю, давайте сюда. Таверна, таверна. Вот, войти на арену. Так, чё предложишь-то? Я Марс. Так, хорошо. Кстати, насчёт подраться. Скоро бой. Да. Чему бы и нет. Ох, блядь, я не помню уже, как это делать. Хорошо, ушел. Ах ты, сука. Ах ты, мразь. Давай. Давай. За королевство! Да, помню, в онлайне было весело с двумя ятаганами и двумя щитами раздавать пиздулей. Вот это было, да, вот это были времена. Помню, с друзьями играл. Они потерпали, блин, все время вы спрашивали, а какая же у тебя тактика, как ты можешь так играть? А я просто брал щиты про запас и шел убивать с ятаганами. Очень быстрое и удобное оружие. А, давай, давай, сука. Так. Бой за чемпионство. Ох, блядь. Лучник, ты мне щит только не ломай, окей? На, получи. Муфлон. Так, 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 так. Давайте, между собой, между собой. Хорошо. Лучник. Сука. Сука. Шо? Разбирайся, разбирайся. Сам, сам, сам. Отправился. Осталось 19 человек. Ты не спеши. Так, хорошо. Вот это аренка, вот это я понимаю. К
Конечно, не War of the Roses, но War of the Roses это поновее, повеселее. Но это все-таки классика, это Warband. Ух ты, сука. Блин, почувствовал себя, походу, неуязвимым. Сейчас могу и слиться. Сука. Так, ты, пацан, давай сам как-то решай. О! Воу, полегче. Как раз западло и нос зачесался. Давай, давай. А чё, все на меня, что ли? Вы чё, конченые? Попроще давай, окей? У меня сейчас щит сломается. Все на меня, все, пиздец. А как там? О, все. Давай, блядь. Нормально. Ой, ой-ой-ой. Я не помню. Ну, хоть кто-то будет, сука. Давай, бля. Давай, сука. Давай, бля. Давай, давай, сука. Блять, два человека осталось. Ох, я бы уже слился. Альтаж, альтаж. Все, руки помнят. Вот это старые хардкорные крутые игры. Ё-моё, как я их люблю. Ну чё? Аренка. 250 динаров. Нормально. Надо было еще на себя поставить, в принципе. Слышишь, а где сейчас турниры проводятся? А, в куда? Ну, я не знаю. В принципе, можно и в Кудан. Где у нас тут этот Кудан? А, Чекурав? Нет, вот Кудан. Есть. Не знаю даже, смогу ли я выстоять. О, подождите. Что это такое? Бандитосы свирепствуют, да? Крестьянов в плен захватывают. О. Я за фермера. Ну чё, ребятушки, погнали. Давайте-ка раздуплимся. Перед аренкой-то. Ну, блин, аренка забористая, конечно. Вот это называется нету ни лечилок, ни возможности отойти там где-то подышать, ни регенерации здоровья. Все, в принципе, по-старому, по-хардкорному. Где ты там? Затыкали, запинали, все. Блин, еще и не достал. А ну давай, кто? Ладно, лови где-то туда. Вроде вошло. Так, ранено. 6 человек. Ну это, блин, конями запинали. Так, не беспокойтесь, мой господин. Так. Не, ну я вас нанимать не буду, вы мне нахер не нужны. А вот бандитов я, пожалуй, заберу, потому что пригодится. Выручи с них пару монет, да и, в принципе, нормально будет. А теперь давайте в ку... Ребята, вы чё, охуели? Окей, смотрите-ка. У вас была возможность бежать, честно. Я вам так скажу. А кто это у нас на белом коне первый бежит, сука? Чё это такое? Чё за рандом? Тяжелой конницы не хватило, что ли? Так, давайте какое-то древковое херанём. Хотя не, лучше рыцарский. Я не помню, как он там, заряжается или нет. Да, по-моему, он зарядка уже идет. Да, рыцарский прошел. Так, пошла зарядочка. Есть. Так, ну давайте саблей уже.
Может, чё кого встречу? Или уже все? Не, смотрите, что-то там кто-то... Победа, да. Да, мои янычары. Ох, ёпт. Спас меня, конечно. Ну, спас меня, конечно, щит. Ну, блядь, таким копьем это да. Это бандиты-красавчики. А, так, сколько? 7 раненых. Ну, пойдет, чё. Луки, палаши ржавые. Днища вы, ребята, днища. Это 18, 14, я думаю, не стоит. Хотя они будут сейчас нападать же на моих селян. Пидорасы. Никому не уйти. Сдавайся или умри. Я думаю, надо было все-таки автоатаку сделать. Ну ладно. Блин, ребята, дайте я выйду. Они на той стороне? Да, бля, они на той стороне, придется реку пересекать. Ладно. Интересно, попаду я? Да, блядь, попаду, сука. Угу. Сейчас. Давай, отъезжай, блядь, уже. И ты, блядь, туда же. Тяжелая конница, пацаны, тяжелая конница. Пускай их меньше, пускай они слабее в этом плане, но это все-таки тяжелая конница. Я помню, как я родаков разбирал, блядь, с этой тяжелой конницей. О, нихера себе, смотрите, у меня одного ранили. Вообще, ну боевой дух очень высокий. Следопыты, разбойники, окей, берем. Это я просто, знаете, тяну время перед аренкой, потому что чувствую, будут убивать меня там. Так, давайте в таверну. Текстуры. Класс. Супер. Заебись. Лучше я пойду. Так. А, ты путешественник. Нет, ты мне не нужен. Мне нужен посредник. Сколько я могу получить? Сколько? Чё? Есть мне кое-кого продать, в принципе. Вот, держи этих. И вот этого вот. Подарок просто. Ты кто? Я тебя помню. Наемные арбалетчики мне не пригодятся. Ну ладно, в принципе, пошли на аренку. Ой, не на аренку, блядь. Тут же сверху было. Ого. Ни хера себе тут аренка. Так, принять участие в турнире. Посмотреть список участников. Вольные латники. Легионеры. Поставить на себя 100 динаров, да. Сражаться в следующем раунде. Ёпта. Окей. Ну чё? Я не знаю. На. Ладно. Окей. Наверное, это очень активный бой будет. Тедык. Один ушел. Какие вы, блядь, тупые. Я просто в шоке. Только ты мне, главное, не мешай. Ну, блядь, ну и разгон из-за тебя слетел, дебила. Ну, хоть закопайте его там, я не знаю. Пошел? Нет. Не пошел. Ну вот, как-то так. А, так. Поставить опять же на себя 100 динаров, да? Сражаться в следующем раунде. Ну что, пацаны? Один ушел. Блять, за мной там погоня, ебать. А чё? Мы чё, сойдёмся в неравной битве или как? Ты давай, отдыхай. И мне тут разгон надо взять. А этот чё у нас затупил? Товарищ, ты чё? А? Да на! Да на! А ты чё такой?
Смотрите, какой он. Какой он быстрый. А, ну можно и так. Дайте мне лук, я тоже хочу пострелять. Так, это была сестра меча. Ох, смотри, бля. Не, не пошло. Давай. Ой. А, не, все нормально. Я думал, уже в своего зарядил. Поставить на себя. Да, сражаться в следующем раунде. Бля, промазал по всем, наверное. Ну ладно. Не-не-не-не-не. Не успех. Чё, опять мимо? Бля, сука, ебать. Да, вот это я, короче... Я, короче, нуб, да. Так, этого я вроде как забрал. Вот тут еще двое есть. Коня. Да, печаль, коня сбил. Думал, по этой сучке попаду. Но не вошло. Не прокнуло, так сказать. Да на! Не, лошади. Тут... Мудацкая, мудацкая хрень. Опять лошадь, да что ж так? Ты меня там... Ух ты, смотри. Она там в меня еще и попадает. И это попадает. Да, не торт. Надо сбивать. Упадет. Не. А что такое? А что конь застопился? Эй. Ты не стопся. Ладно. Все, победа за нами или как? Да, победа за нами. Хорошо, 100 динаров еще. Сразиться в следующем раунде. Сколько там? Бля. Слышь, пацаны, 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 не торт. Отвечаю. Бля. Куда я кидаю это? Лови, блядь, чё. Окей, это был самый сложный бой в моей карьере вообще. Так, поставить на себя еще соточку. Список участников. О, как раз 4 человечка осталось. Сразиться в следующем раунде. О! Это будет немножко сложно, я думаю. Хотя вряд ли. Что тут может быть сложного-то? Что тут может быть сложного? Я всю карту вообще захватил, к хуям. Какого хера ты еще жив? Вот и все. Поставить на себя еще соточку. Список участников. Я против сестры меча. Окей. Сразиться в следующем раунде. Наказать ее по полной. Окей. Ладно. Не прокнула. Слышь, прекрати за мной гоняться, сука. Урон коню. А ну-ка, рыцарский пройдет по ней. До свидания, блин. Это был великолепный турнир. Это было великолепное сражение на самом деле. Блин, было очень приятно таки вернуться в Mountain Blade, Warband, именно Warband, что я люблю это дело. И знаете, как-то после... Такая вот ностальгия, в принципе. Игрушка выглядит вот как-то немножко уже даже устаревше, там... графонии, вся херня, знаете. Но это все-таки неоценимые воспоминания, которые вот, вот нельзя такое забывать. Это вот любимые игры, про которые надо все время помнить. И стараться вот... Конечно, нужно принимать новое, но и про старое желательно не забывать. Потому что вот эти вот игры, это все-таки для многих
из вообще из нас, это наше детство. Сейчас, естественно, растет новое поколение геймеров, но все-таки они потом тоже будут вспоминать и Skyrim, и, возможно, Oblivion. И вот War of the Roses тоже великолепная игрушка, но это все-таки уже не то. Не тот дух приключений и прочего. Скоро, я слыхал, должна выйти хорошая игрушка. Не помню, как называется, но тоже про открытые сражения. Вот наподобие Mount & Blade, только что-то поновее. И вот именно вот эти... Что? Простите. Ни хрена ж себе. Это вообще... Сколько я играл в эту игру? Ладно, допустим, запустим этот вариант. О чем-то я? А, скоро должна выйти там, ну, может, не скоро, но я слыхал, по крайней мере, про эту игрушку, что наподобие Mount & Blade, массовое сражение, сюжетка с выбором, с большими выборами, там, с моральной точки зрения, потом вы можете построить свое королевство, тоже захватывать замки, осаживать замки, защищать замки, строить, короче, свое королевство. Mount & Blade, в принципе, на новый лад. Я так посмотрел, оно мне даже немножко напомнило чем-то Oblivion. Всем спасибо, в принципе, за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока.